Так, ну что болит? Поясница. Не знаю, я проспазмирую. Это проспазило, тоже мышцы спазмируются и смещение происходит чаще. Это просто не надо, да? Что еще? Сны снятся? Как? Сны? Сны снятся. Редко, да? Ну да. Так что? Они даже каждый день снятся, я же спрашиваю. А сколько лет? 30. 30? Давно сны редко снятся. Кофту снимали. Что смеемся? Я выводы делал. Я как да я задали вопрос, я задумался просто, что. Что только они часто снятся. Ну да. Ну если редко снятся. Ну редко, значит, мозгу не хватает кислорода. Я же просто. Что думаешь, вот так поясница смещается, так что это просто так. Это крепкий миофасциальный синдром, наверное. Но сейчас будем разбираться. Как зовут? Рома. Рома. Вставай так по линии, смотри, по любой. Пальчиками туда лицом. Посмотрим зазоры. Ну вот у нас тут 4 пальца. Не надо руки поднимать. А тут 2. То есть стоишь вот так. Раз. Вот так стоишь. То есть, с правую сторону затянуло. Потом голова тоже вправо наклонена. Вот так и голова стоит. Ну бывает, что да, у меня вот тут тоже хватает. Ну так оно полностью затянуло правую сторону. Ну хорошо. Рома, да? Да. Рома, садись. Туда лицом. Сейчас померим давление. Посмотрим, какое давление. Я думаю, что оно, наверное, повышено. Так вот уж и сны того не снятся. Я только спросил, сны не снятся. Сразу понял, что уже давление ненормальное. А лет сколько? 30? Да. Вот, так. Полу 30. Ну, 30 лет, а тебе давление уже повышено. Это разве нормально? Ну а что надо делать, если оно повышенное, да? Это самолет какой залетел. Ты по двери открыл сразу. Не успели. 150-82. 93 курс. Конечно, на 30 лет. Ну, может, из-за того, что поясница сместилась? Или все время повышенное давление, да? Ну, у меня 130, это я себя нормально чувствую. Ну, это 150 давно, конечно. Ага. Ну что, тонометр у меня поддержит, не шо? Да не, мне так уже. Ну, так вот. Вот это вот спазмированное. Смотри, я сейчас нажимаю по точкам, шкала болит у меня до 10, ну это понятно. Если наполовину болит, то 5, если больше, там 6-7. Сильная боль, самая сильная, 10-9-8. Если в руки или в голову отдает, тоже говорим. Что вот так? 0? Так. Так. Ну не сильно там. Да. Так. Чуть-чуть. Ну вот так. Чуть-чуть больше. Так. А так. Ничего? Не приятно просто. А, мне нравится тебе. Так что. Головные боли, головокружение, шум в ушах. Не бывает. Редко. Да, головокружение недавно было. Mm-hmm. Ну у меня были панические атаки раньше, я не знаю, может это. Так вот надо начинать с панических атак. А что? А где они делятся? Да я думаю, до сих пор есть. Конечно. Так вот из-за паники. Просто что я привык, наверное, уже к этому. Mm-hmm. Раньше было это просто невыносимо, а сейчас как-то. И что, на препаратах сидишь, да? Ну, когда же чересчур этот самый, да, приходится это выпить, не дозапомнить. А так стараюсь. Mm-hmm. Так я вот уже прошел сколько этих курсов, уже этих препаратов, уже, так, честно. Да. Надо же причину убрать. Ты знаешь причину, из-за чего панической атаки? Mm-hmm. Ну, ты же лечился, но тут обязательно. Да, нет, ни один врач не объяснил. Ну, панические атаки. Нервное расстройство. Да, то есть, да. Это не нервное расстройство. Это просто мозгу не хватает кислорода. Ну как они объясняют, что то есть нервное расстройство, депрессия, там, да, ну, да, типа, да, все, да. Накопительное. То есть, слушай, все... панические атаки лечатся, 80% даже легко лечатся. 20% тяжелее намного. Может там процентов 10 не получается. У меня 2 года уже. 2 года, понял. Ты ж только препаратами лечил, а тут надо руками полечить. Ну только же надо лечиться, надо расслабить мышцы, чтобы мозг получил кислород. И паническая атака проходит. Потом я тебе сейчас дам компресс и капли, и только ты паника, ты капли, ложку выпиваешь, и паники немає.
Если она сильная, она может появиться через якесь ДТ, пятую ложечку. И все. И не надо гидрозепам. Тут травма просто. Плюс надо будет делать правильные массажи, поправить позвоночник, может они быстро у тебя пройдут. Ты же не лечил тебя. Что ты пришел, тебе покрутили, похрустили, все, отпустил. Постукали там на атаку, короче. Я имею в виду, то ты как с панинским атаком. Как тебе поясница болела? Поправили, хрустнули там, да, и свободен, или как? Да я больше укол делал, ну, пиво таблетки, пиво, укол. Слухай. На массаж не второй раз. Да, мы первый раз. И что, ты один сеанс делал и все? Не-не-не, раза три я был. Да не, слушай, чтоб... я же знаю, что он там делал. Может, крутым похрустим, поправить его. А тут надо полечить миофасциальный синдром. Понимаешь? Мышцы полечить. Кроме того, что поправить, оно сейчас легче станет. Но мышц спазм полностью не зійде. Может, наполовину зійде. И надо дальше поробить, это все порослаблять. И тогда панические атаки тебе оставят в покое. Понятно? Это взаимосвязано. Ну, конечно. Это все из-за того, что ты спазмированный. А тебе даже никто это не объяснит. И ты, что там вольному, он тебе и не объяснит. Потому что он просто поправляет. Кому легче стало, легче. Кому не легче, он может и не знает, как это происходит. И что он там делает, я не знаю. Массаж там делает, не делает, я не знаю. Но знаю, что там люди едут от него, говорят, что да. Кому помог, кому не помог. Ну, кому как. Понятно, это же надо еще выполнять рекомендации, чтобы помогло. А что ты приехал три раза и все. То ну ладно, я зарядку делаю. Правильно. Слушай, вот я думаю, зарядки... ты будешь заниматься спортом, робить зарядку. Нет, без рук ты не обидишься, это само просто не пройдет. Я так зарядку делаю каждый день. Хорошо, что ты делаешь. Ты почитай свои мысли. Особенно вот в Копанинской атаке, у них свои мысли, и их уводят даже. Это я рассказываю, да, слуха. Через 5 минут, через полчаса, через 2 часа уже ему другие мысли посетили, и вбросы, и народы. Понятно? Если тебя не уведет, ну значит и повезет. И будет время ездить лечиться, и деньги, и вот это все. Если у тебя все будет, значит будет набагато легче. А если ты думаешь, что сейчас я поясню, это может и станет тебе сразу легче. Ну паника так тебя не отпустит. Запомни, куда по ковозине достает. Ну для себя, чтобы если дальше будет бачить, значит дальше будет поворачиваться. Она тебе наполовину только поворачивается. А тяне голова куда-нибудь, если не шею, не тяне? Ні. Не тяне. Ну хорошо, пожило б сюда. Можуть, ну ні в ліфт не зайти. Никуда. Ну сюда уже и дальше. Я, честно говоря, больше я не могу в мероприятие идти. Вот у нас есть мероприятие, то есть, на котором надо идти. Да, вот это... ты не можешь выпьешь 100 грамм, выпьешь. Да нет, я пить вообще не могу. Я вот как у меня начался панические атаки, я спиртное вообще не принимаю. Так а капли на спирту не можешь? Ну, там, я вообще не пью. Если я пью, мне еще начинается этот... Больше упасть? Да. Мне даже надо обидно, что мы садимся за компанию, то все пьют, а расслабляются, я не могу это делать. Не, ну ты если ты капли на спирту, ты можешь разводить с водой и выпьешь, да и все. Не, ну что-то капли, я могу выпить две рюмки, три рюмки. Да не надо рюмку, тут надо ложку выпить. А, тут я вообще... Подходимся. За спиртной. Вот ты запомни, как у тебя сейчас спина болит. Ложись вот так, подходь, ложись на живот. Так. Да, руки вешай. Вешай руки. Ну где руки? Как повесить руки? Да, ноги назад отставлю. Назад. Да, не надо широко. Просто назад отставлю. Назад. Еще? Вот так. Вот так. Во. Что там? Ноль. Так. Ноль. Так. Ноль. Ноль? Да. А вот так. Судорог нема? Колени нет. Не болят? Нет. Хорошо. Ну так, раз. Вот так что? Ну, неприятно. Ага, неприятно, аж подкидає. Ты плоскостопие. Да. Плоскостопие с детства. Так вот это с детства ты спазмировал. И ноги немножко колесом погнулись они, понятно? Надо было в детстве поправить. И так можно? Лежи. Раз. И на это из-за миофасциального синдрома. Тебе в пах затянуты. Вставай. Тебе ничего в паху не болит, ни яйца, ничего не болит. Для будь полі, знаєш, що це із-за позвоночника. Ну вставай тепер по лінії. Туди лицом, ти ж туди став. Як по лінії йти ставом? Були різні зазори. Правильно? Угу. Все одно сліва чи справа більше. 4, ну вже 3 пальця, а тут 3 туго пролази, бачиш? Тобто чуть-чуть подрівняв, але не повністю. А ну-ка пройдись, майже щось помінялось туди-сюди.
Что так долго? Да я же не знал, сколько надо. Что такое? Так я же ты пройдись, попробуй, поменялось что-то, а ты ходишь и ходишь. Кажу, может, легче стало? А, легче стало. Стало легче? Ну, чуть-чуть, ну, хватает все равно. Вот, вот так это делает. Роман. Легше стало? Ну, не повністю прошу. Ну, да. Можливо. Ну, так, а що ти хотів, щоб... Я ще нічого не робив, а воно зразу пройшло. Нічого ж не робив. У нас весело, з першого сеансу ще може і обострення бути, не то, що легше стало. А ти б ще нічого не ділав, а вже легше. Правильно? Штани знімай. Повністю, не? Ну, штани знімай, то все оставляй. Та ні, я помню, я за штани. Щоб ми не вимазували їх маслом. І через них утерти. Надо ноги терти, а вони тебе і мене руки згорять, я буду просто мені накривати через простині потру. Підходь сюди, Катя. Раз. Лягай я так животом. Як ти лежав? Руки тиш. Ось тільки чуть-чуть поробив красне, так красне і стоїть, а тут у тебе все запітає. Понятно? От панічська атака, лежи. Панічська атака із-за того, що мозку не вистачає кровообращення. А не вистачає, тому що це все спазмірувано в тебе кругом. І давлення, звісно. Зразу мозг подає команду підняти давлення. Щоб, от мозг має отримати свої там, 20 або 30% кислорода. Якщо він не може їх отримати, він панікує. Тобто паніка пробиває, неправильні команди продаються. Давлення піднімається, дихання забивається. Боїться, що зараз умреш і ще щось. Да, да. Ну оце воно. А може просто бути тривожне состояние, може і паніки не бути, ну така тривога. Ну, панічні атаки, воно ж по-разному буває. Состояние його. Да. От якщо забивається і дихання, і пульс піднімається, і що умреш, оце сильна паніка. Поняв? А є таке просто тривожне чи состояние. Так щоб убрати це состояние, треба полічити мишці. Все. І то може бути нестабільність, опять затягувати, опять поправляти, опять робити. Що зараз з тобою відбувається? Розслаблення, тривожність, чуть було окруження. Може... Тривожність, що більше стало чи менше? Зараз дуже повідняє менше. Було, як було, так і є. І за те, що давлення повідомо. Ну, думаю, так. Да. Дуже люблю так сюди. Раз. Далі все. Тільки на стул вставай, да. Залазь через стул, не ногу сильно... Не піднімати. Да. Ось так. Ти мог би і так залізти, але так не треба сильно ногу зараз піднімати, щоб не спістити те, що я поправив. Я ти спеціально поставлю стул. Понятно? Все, будеш лягати. Ну-ка давай далі ляжа, подивись по длинні ноги одинакові чи ні. Звісно, не одинакові собачі. Оце ж опять тобі, опять паніка в тебе може пробити. Ну що, я кровно. Ну, перетягнута одна сторона, виходить, і ось, бачиш, далі нога не йде, все, 45 градусів, оце все укорочено, все, бачиш, стягнути йде, і нога не падає, бачиш, вона медленно, як отак, вона повинна брик, брик, упасти, понятно? Ну, якщо ти почув, що брик-брик, зараз можеш зробити цей брик, але вона все одно так, оце все спазмірувано, понятно? Ось, особливо, оце все затягнуте, тому нога тільки ось тут, куди йде, все. Ну, тут чуть-чуть дальше. Все. Вот теперь слушай, где болит. О, давите болит, да. А тут? Ну, это ж ты ноги туда не поднимаются, понял? Запомнил, как болит? Да. Сохранило, что ты волос. Ты помнишь, как тут болело? Перестало? Ну, вот тут. А. Перестало? Ну, думаю, наполовину. А? Наполовину, да. Ну, хорошо, хоть наполовину. Бачиш, все, далі нога не йде. Та вона повинна так доставати сюди, а вона не йде. Бачиш, і туго назад вертається, це все стягнуто. І падає, дивись. Отак. Не отак, бух. Оце все затягнуто. Ні, вона не падає різко. Бачиш, вона все одно не йде, вона повинна бухнути. А ти вже знаєш, що вона повинна бухнути, і все одно не можеш так зробити. А піднімай голову вверх. Вона ще медленніше падає звідти, як голова піднята. Тому що ці мишці ж отсюди, ти отсюди, повинні працювати отак. А вони тільки отак тебе роблять. Ти піднімаєш, натягуєш, щоб не падає. От дивися, ти зараз от воно болить. Помниш, як зараз було? Закидуй голову назад. Назад дужче закидуй голову. Ще менше стає болить.
Да. Чего? То, що ти попустив мистики, що ти укорочений, воно тут попускає зразу, бо ти пустив на спинні мишці. Це болить із-за поясниці тут. Понял, за того пахові гриш. Ну ладно. Ну ладно, ну-ка давай попробуємо. Бачиш, дивись. Тебе було 90 градусів, дивись, ладошка. Вже попустило мисть. А ця сторона. А ця теж ладошка. І тут було десь отак. Ти що, не чуєш, що попустив мною, да? Ти не поняв нічого. Ну, давай вперед. Лізь вперед, я подивлюся по длині ноги, вирівняла чи ні. І вона була одна коротша. От, смотри, а тепер я все веду по пальцям. Бачиш, вони одинакові. Так, чувствую. Вирівнялась. Треба було сфотографувати і показати. Так, чувствую. Ну, ладно. Почувствував, да? Так. Хорошо, вставай, тільки не пригай, отак на табуреточку. Одною ногою злазь. Посередині став, не на край. Раз, вставай до коліна. Ну і стой. О, все, розгороди нахуй. І ще я вирівнявся. І ось по три пальчика, бачиш? Ну до завтра може перетягувати. Може не. А ну пройтися, може. Ну, касе, попробуй як там. Не пройтися, а попробуй, що ти там крутився, пробував. Поміняли що? Ну, вниз не болит. Ну. От якщо отак діло, таке положення. Так болить. Ром, стало лучше, чи як? Да, да. Ну вот и все. Конечно, ще буде, як ти хотів. Ні, ну, понятно, садись. Хочеш, щоб волшебник тебе, щоб садись. Це і так попробуй зроби, щоб нічого не крутили, не ламали, не хрустіли, погладили і собі стало легше. Я не буду казати тобі. В будь-якому випадку, чи таке, як було воно, чи менше стало. Не буду казати, щоб ти не нервничав. Понятно?